свою судьбу. Истинность этой латинской пословицы в полной мере иллюстрирует энциклопедический шедевр «Словарь Брогауза и Ефрона». Фундаментальный труд, получивший огромную популярность с момента своего первого выхода в свет, стал сегодня большой редкостью. Появился он в России в конце 19 века, когда в стране наблюдался технический, культурный и духовный подъем общества. В этой обстановке появилась необходимость создания энциклопедии, которая соединила бы в себе достижения всех областей науки и тем обозначила новое качественное состояние российского государства. И вот спустя 91 год компания «Электротех» выпустила электронный вариант словаря Брогауза и Ефрона. В состав этой версии вошли биографии деятелей русской истории, науки и культуры, а также 54 и 55 полутома, посвященные общему описанию российского государства. На диске нет лишь технических и научных статей. Это обусловлено тем, что с течением времени многие материалы словаря просто устарели. Еще одной отличительной чертой компьютерной версии является наличие 1700 портретов, изображений дворянских гербов, автографов и несколько десятков аудио и видеофрагментов, которых, конечно же, нет в бумажном оригинале. Как и подобает современному мультимедийному изданию, в диск встроена мощная поисковая система, позволяющая получать ответ на запрос в считанные секунды. По заявлению разработчиков, в том «Россия» только первая часть электронного собрания словаря Брокгауза и Ефрона. В дальнейшем планируется перенос остальных томов книжных версий на электронные носители.